Ну вообще как это будет? Мы сегодня катаемся на велике и встретили черепашку. И она нет. Ой, ой, посмотрите, как они быстро бегают, эти черепахи. А говорят, мама, медленно. Она очень агрессивная. Она с клювом. Такие черепахи. Ой! Уписалась, она видно на меня. От страха. Не, она видно. А, защитная реакция. И запах, кстати. Слышишь? Мускусный, наверное, да? Угу. Она защит. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, она агрессивная. И панцирь у нее такой колючий. Я хочу их потрогать. Вот такие черепахи вырастают большими. Здесь большие черепахи. Да, и запах пошел такой сразу неприятный. Лиз, просто сверху по пальцам, по панцирю. Так она еще на меня хочет накинуться, наверное. Не, она пытается обойти. Она, видно, нас это увидела и замерла сразу. Это крутилась от дока. Вот она упорно идет и туда. Она просто идет, если ей надо. Может, у нее там мама. На болото идет. Мама, я не хочу увидеть маму. А вода ж там у нее. Ну, ладно. Во какая. А как показать ей там? Ну какая. Да, и быстро так, слушайте. Ну, Ой, она обороняется. Переворачиваться она не хочет. Папа, а у себя. Ля, она зарывается, зарывается. Закапывается, чекает. Закапывается. Бедненькая. Хочет спрятаться, а мы ей мешаем. Ну все, не будем трогать. Вот мы сегодня приехали на новый трейл. А он такой сложный, можно сказать. Едешь как по песку. Вот по этому гравию. Бывают прям камни, трава. Папа. Папа. А мне надо это. Там болото, там фермы. И вот фермы. Так что да, течет речка какая-то. Речка шуршит. Ой, перевернули. Она уже притворилась мертвой, да? Это жорик. Дай мне. Оставь. А я не могу ее. Ну все, пусть она уходит. Она хочет найти маму. А мне муж ее опять попросит. Потому что если явится ее мама сюда. Да, она всех тут съест. А тут еще сильно кусучие комары. Меня кусают. Раз уж я достала сегодня фотик, покажу еще что-нибудь. Остановились мы здесь на таком красивом порчике деревянном. Там стоят наши велики и проходит там дорога, по которой мы едем, велосипедная. Ну, не только велосипедная, она еще и пешеходная. Вон на велике едут. Мама, его приводу. Мы уже сейчас обратно едем. Вот какое красивое озеро. Да, я двуглый телефон. Оно небольшое. Там такие дома шикарные. На берегу этого озера. Она не хотела сидеть. И гольф-клуб напротив там. Красивый парчик остался. Позади мы пришли к великам. Хочу показать нашу дорожку. И сказать, что раньше здесь была железная дорога. Вон идут девушки. Раньше здесь была железная дорога, и там в конце еще осталась какая-то ее часть. Но вот сейчас, так как железные дороги уже не актуальны, очень часто вместо железных дорог делают вот такие прогулочные многофункциональные дорожки. Поехали мы дальше.